Всем ночной приветик от малышки Ноники. Вот у нас помутнели глазочки. Собралась девчонка линять. Ну, как раз видно, что потускнел. Пиксели на пузике теперь не черненькие. Так что, ну, первый признак — это глаза. Вот, сразу видно, идет отторжение чешуек на глазочках. Поэтому они светлеют. Так что буду ждать, когда полиняет. Вот такого она сейчас калибра. Девчонке уже годик. Что, тебе не видно, куда ползти, да? Что, солнышко, ничего, полиняешь, будешь красивая. Тут осталось подождать. Ну, видно, да, уже как отторжение идет. Чешуйки такие. Вот они, пиксели я их называю. Еще раз глазки покажи, и я от тебя отстану. Да. Вот такая девочка-припевочка. Вот. Ну, в принципе, дни сейчас теплые. Можно будет уже и померить малышей на дереве. Там сантиметром просто легче их мерить, когда они за дерево держатся, ползут. Вот такая красота растет. Ух! Вообще она сама по себе очень темная по сравнению с Бурингом и Мигелой. А перед Линькой так вообще светность меняется, поэтому... Такой ребенок получился. Вот еще раз глазочки наши. Да, красотка. Но сейчас оставлю в покое. Но это опять-таки дня три еще удаленьки. То есть помутнили глазки, потом они посветлеют, а потом пойдет отторжение. Так что время у нее еще есть. Держится, держится головой. Что, ты так намоталась там на пальцы, что дальше уже ползти тебе не судьба. Ну, пойдешь домой сейчас отдыхать. Не, ну красивая, красивая девчонка. Прелесть.